Книга вторая. Беседы, слова и письма. Беседа на Евтропии, Евнуха, Патриции и Консула. Пояснение. Евнух Евтропий – человек самого низкого происхождения и без всяких действительных заслуг, в силу разных козней и хитростей, сделался всемогущим сановником в империи. Так что император Аркадий, всецело подчинившись его влиянию, засыпал его почестями и богатством и даже возвел его в достоинство консула. Злоупотребляя своим всемогуществом, он обременял народ и гнал церковь, и между другими несправедливыми законами он достиг отмены права убежища, которым пользовались в то время церкви. В лице святого Иоанна Златоуста он нашел себе противника, который восставал против всех его мероприятий, и, укоряя его за все злоупотребления своим всемогуществом, искренне изображал те опасности, которым он подвергал себя этим. Своими несправедливыми действиями он, наконец, возбудил против себя народ и воинов, которые бурно потребовали от императора низложения ненавистного временщика. И когда император действительно порешил уступить этому народному требованию, то Евтропий, избегая угрожавшей ему опасности, искал убежище в храме Святой Софии, то есть прибегая к тому же убежищу, право на которое было отменено его же собственным законом. Народ и воины толпами собрались в храме и требовали выдачи ненавистного сановника. Тогда в защиту его выступил святой Иоанн Златоуст и произнес эту знаменитую беседу, в которой старался тронуть сердца разъяренных людей и воинов и склонить их в пользу несчастного. Не стараясь оправдывать Евтропия, он показывает в его лице поразительный пример неустойчивости человеческого величия и суетности благ мира сего. И этой своей беседой настолько смягчил сердца разъяренного народа, что все плакали. Беседа проповедника достигла своей цели. Она на время спасла жизнь Евтропию, который, впрочем, через несколько дней неблагоразумно порешил выйти из церкви, чтобы спастись бегством, но был схвачен и изгнан на остров Кипр. Впоследствии он взят был с этого острова и отправлен в Халкидон, где над ним произведен был формальный суд, и он осужден был на обезглавливание. Всегда, но особенно теперь, благовременно сказать: «Суета, сует! Все суета!» Экклесиаст 1.2. Где теперь пышная обстановка консульства? Где блестящие светильники? Где рукоплескания и ликования, пиршества и праздники? Где венки и завесы? Где городской шум и хвалебные клики на конских бегах и льстивые речи зрителей? Все это прошло. Вдруг подул ветер и сорвал листья, обнажил дерево и потряс его до основания с такой силою, что казалось вырвать его с корнем и разрушить самые волокна его. Где теперь притворные друзья? Где пиры и обеды? Где толпы тунеядцев и ежедневные возлияния вина и изысканность поварского искусства и поклонники могущества, льстившие словом и делом? Все это было как ночь и сновидение, и с наступлением дня исчезло. Это были весенние цветы, и с удалением весны все увяло. Была тень и прошла, был дым и рассеялся, были пузыри и лопнули, была паутина и расторглась. Посему мы и воспеваем это духовное изречение, постоянно повторяя: «Суета, сует, все суета». Это изречение навсегда должно быть написано и на стенах, и на одеждах, и на площади, и на доме, и на дорогах, и на дверях, и в преддвериях, а в особенности на совести каждого, и должно быть повторяемо постоянно. Так как коварство в делах притворно, и лицемерие принимается многими за истину, то каждому должно всякий день и за обедом, и за ужином, и в собраниях повторять ближнему и слышать от ближнего это изречение: «Суета, сует, все суета». Не говорил ли я тебе постоянно, что богатство есть беглый раб, а ты нас не слушал? Не говорил ли я, что оно неблагодарный слуга, а ты не хотел верить? Вот опыт на деле показал, что оно не только беглый и неблагодарный раб, но и человека-убийца. Ведь оно теперь заставило тебя трепетать и страшиться. Не говорил ли я тебе, хотя бы ты постоянно запрещал мне говорить правду, что я люблю тебя более, чем льстецы, что я, обличая, забочусь о тебе более, чем те, которые угождают?
не прибавлял ли я к этим словам, что искренне укоризны от любящих и лживы поцелуи ненавидящих? Притча 27.6. Если бы ты переносил мои уязвления, то их лапзания не причинили бы тебе этой смерти, потому что мои уязвления производят здоровье, а их лапзания нанесли неизлечимую болезнь. Где теперь твои виночерпии? Где те, которые расталкивали перед тобой народ на площади и говорили тебе перед всеми тысячи похвал? Они разбежались, изменили дружбе, ищут для себя безопасности в твоем мучении. А мы не так. Мы и тогда не оставляли тебя, несмотря на твое негодование, и теперь падшего тебя покрываем и защищаем. Церковь, которая терпела от тебя гонения, открыла для тебя свои недра и приняла тебя. А зрелище, которым ты покровительствовал, из-за которых ты часто негодовал на нас, предали тебя и погубили. Мы никогда не переставали говорить, что ты делаешь. Ты неистовствуешь против церкви и сам стремишься на край гибели. Но ты все это оставлял без внимания. И вот конские состязания, поглотившие твое богатство, изощрили на тебя меч. А церковь, испытавшая на себе твой безвременный гнев, обходит везде, желая избавить тебя от сетей. Это я говорю теперь, не попирая падшего, но желая утвердить стоящих, не расправляя ран пострадавшего, но желая сохранить здоровье еще не раненных, не предавая утопающего в жертву волнам, но научая плывущих при попутном ветре, чтобы они не потонули. Как можно достигнуть этого, если мы будем помнить о непостоянстве человеческих дел? И этот человек, если бы он боялся непостоянства, не был бы теперь его жертвою. Но если он не исправился, ни сам по себе, ни при помощи других, то, по крайней мере, вы, гордящиеся своим богатством, в его несчастье найдите для себя полезный урок. Нет ничего ничтожнее дел человеческих. Какое бы слово ни употребил кто для обозначения их ничтожества, оно будет бледнее истины. Назовешь ли их дымом, или травой, или сном, или весенними цветами, или чем бы то ни было, они действительно тленны наравне со всем этим. Они даже менее, чем ничто. И при таком своем ничтожестве они еще подвергают нас великой опасности, как это видно из настоящего случая. Кто был выше этого человека? Не превзошел ли он всех в мире своим богатством? Не достиг ли самой вершины почести? Не все ли трепетали перед ним и боялись его? Но вот он сделался несчастнее узников, жалче рабов, беднее нищих, томимых голодом, каждый день видя перед собой изощренные мечи и пропасти палачей и видение на смерть. Он не помнит уже прежнего величия, даже не видит солнечного света. Самый полдень для него – глубочайшая ночь. Заключенный в стенах, он как бы лишен зрения. Впрочем, сколько бы мы ни старались, мы не можем выразить словами то страдание, какое он должен терпеть, ожидая каждый час смертной казни. И нужны ли наши слова, когда он сам ясно изобразил нам это, как бы на картине? Вчера, когда пришли за ним из царского дворца с тем, чтобы насильно взять его, и он прибежал к святилищу, лицо его было, как и теперь, нисколько не лучше, чем у мертвеца. А скрежет зубов, и дрожь, и трепет во всем теле, и прерывистый голос, и онемевший язык, и вся наружность были таковы, каковы могут быть у человека с окаменевшей душою. 405. И это говорю я, не порицая и не издеваясь над его несчастьем, но желая смягчить ваши души, склонить к состраданию и убедить довольствоваться совершившимся наказанием. Многие у нас столь бесчеловечны, что даже и нас укоряют за то, что мы приняли его в святилище. Поэтому я и выставляю на вид его страдания, желая словами своими смягчить их бесчувственность. И почему, скажи мне, возлюбленный, ты негодуешь? Потому, говоришь, что нашел убежище в церкви тот, который постоянно враждовал против нее. Но потому особенно и нужно прославлять Бога, что он попустил противнику церкви впасть в такую крайность, чтобы он познал и силу, и человеколюбие церкви. Силу в том, что за вражду против нее он потерпел такое несчастье, а человеколюбие в том, что она после всех его притеснений покрывает его теперь щитом,
взяла его под свои крылья и поставила вне всякой опасности, не вспомнив ни о чем из прежнего, но открыв ему свои недра с великой любовью. Для церкви это славный трофей. Самый славный. Это ее блестящая победа. Это посрамляет еллинов, это пристыжает иудеев. В этом с новым блеском проявилось величие церкви. Взяв в плен врага, она не только щадит его, но когда все оставляют его одиноким, она одна, как нежно любящая мать, скрыла его под своим покровом и стала против царского гнева, против ярости народа и против невыразимой ненависти. Это украшение для алтаря. Какое, скажешь, украшение в том, что алтаря касается человек преступный, корыстолюбец и грабитель? Не говори этого. И блудница коснулась ног Христовых, и она была весьма преступна и нечиста. И однако это послужило для Иисуса не в вину, а в похвалу и великую славу. Потому что нечистое не повредило чистому, но чистый и нескверный сделал преступную блудницу чистою через прикосновение. Не будь же злопамятен ты, человек. Мы рабы того, который на кресте сказал «прости им», ибо не знают, что творят. Но, скажешь, он сам заградил здешнее убежище разными указами и законами. Но вот он на деле узнал, что такое он сделал, и своим поступком сам первый перед лицом всей вселенной нарушил закон. И теперь отсюда без слов убеждает всех: не делайте этого, чтобы вам не испытать того же. Несчастье сделало его учителем. И этот алтарь изливает великий свет, оказываясь теперь особенно страшным, потому что держит связанным льва, подобно тому, как царское изображение производит большее впечатление, когда оно представляет не просто царя на престоле в порфире и диадеме, но и то, что под его ногой лежат варвары с связанными руками назади и с поникшими вниз головами. Впрочем, нет нужды в убеждении словами, когда вы сами свидетельствуете об этом своим усердием и стечением. Подлинно, светлое у нас сегодня зрелище и блестящее собрание. Только в Святую Пасху я видел столько собравшегося народа, сколько вижу здесь теперь. Так этот человек молча созвал всех. Его дела прогремели громче трубы. И вот дева, оставив свои покои, жены свои комнаты и мужья рынок, все вы собрались сюда, чтобы видеть, как обличается человеческая природа, как открывается тленность житейских дел, и как с лица блудницы, которая сияла красотой вчера и третьего дня, перемена из судьбы, словно губкой, стирается притирание и прекрасы. Ведь таково счастье, приобретаемое в погоне за богатством, и она оказывается безобразнее всякой морщинистой старухи. 407. Так велика сила этого несчастья, что человека, славного и знатного, оно сделало теперь ничтожнее всех. Войдет ли сюда богач, он получит здесь хороший урок. Он увидит, как сокрушен и повергнут в прах тот, кто потрясал всю вселенную. Как боится и трепещет он, оказавшись трусливее зайца и лягушки, без цепей прикованный к этому столбу и вместо оков связанный одним страхом. Это зрелище укротит пыл всякого богача, рассеет его надменность, и он, начав ценить человеческие дела так, как следует их ценить, выйдет отсюда, научившись на деле тому, о чем Писание говорят в словах: «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засыхает трава, и цвет пропадает. Как дым дни его» — Псалом 101:4 и тому подобное. В свою очередь, бедный, войдя и увидев такое зрелище, не будет считать себя несчастным и оплакивать свою бедность, но станет благодарить свою нищету за то, что она составляет для него безопасное убежище, безмятежную пристань и твердую стену. И не раз, имея перед глазами этот пример, он предпочтет остаться в том состоянии, в каком находится теперь, чем на короткое время, получив власть хотя бы над всем миром, потом подвергнуть опасности самую жизнь свою. Видишь, как от этого бегства его сюда немалая польза и для богатых, и для бедных, и для низких, и для высоких, и для рабов, и для свободных. Видишь,
как отсюда каждый выходит, получив врачевство, исцеляясь от одного этого зрелища. Не смягчил ли я и вашего чувства, и не отклонил ли гнева, не истребил ли жестокости, не склонил ли к состраданию? Я весьма уверен в этом, и свидетельствует о том ваши лица и потоки слез. Итак, если в сердцах ваших камень превратился в тучную и плодоносную ниву, то, произрастив плод милосердия и показав цветущий колос сострадания, припадем теперь к царю, или лучше будем умолять человеколюбивого Бога, смягчить гнев царя и сделать нежным его сердце, чтобы он оказал нам полную милость. И уже с того дня, когда этот человек нашел здесь убежище, произошла немалая перемена. Когда царь узнал, что он прибежал в это убежище, и когда собравшееся войско негодовало на его преступление и требовало его смерти, тогда царь произнес длинную речь, чтобы укротить ярость войска, уговаривая обратить внимание не только на грехи беглеца, но и на хорошие дела его, и объявляя, что за эти дела сам он благодарен ему, а за другое прощает его как человека. Когда же они опять настаивали на отмщении за оскорбление царя, взывая, прыгая, требуя смерти и потрясая копьями, тогда он, пролив потоки слез из своих кратчайших очей и напомнив о священной трапезе, которой прибегнул несчастный, таким образом, наконец, укротил их гнев. Теперь приложим и мы должное с нашей стороны. Иначе какого вы удостоитесь прощения, если когда царь сам оскорбленный, не помнит зла, вы, не потерпев ничего подобного, будете показывать такой гнев? И как по окончании этого зрелища вы будете приобщаться тайн и произносить ту молитву, в которой нам заповедано говорить «И оставь нам, как и мы оставляем должникам нашим», если будете требовать наказания вашему должнику? Но он сделал великие несправедливости и обиды, и мы не отвергаем этого. Но теперь время не суда, а милости, не расследования, а человеколюбия, не допроса, а прощения, не приговора и осуждения, а сострадания и помилования. Поэтому пусть никто не раздражается и не предается негодованию, но лучше будем умолять человеколюбивого Бога продолжить жизнь несчастного и исторгнуть его из грозящей ему гибели, чтобы он загладил свои преступления, и все вместе приступим к человеколюбивому царю, прося его во имя церкви, во имя алтаря, даровать священной трапезе одного человека. Если это мы сделаем, то и сам царь будет доволен, и Бог прежде царя одобрит и воздаст нам великую награду за наше человеколюбие, потому что он отвращается и ненавидит жестокого и бесчеловечного, а милосердного и человеколюбивого принимает и любит. Если это будет праведник, сплетает ему светлейшие венцы, а если грешник, прощает ему грехи в награду за его сострадание к подобному себе рабу. «Милости, — говорит он, — хочу, а не жертвы». И везде в Писаниях ты видишь, что он всегда этого ищет и говорит, что это служит к отпущению грехов. Так и мы умилостивим его, и тем избавимся от своих грехов и украсим церковь. Тогда и человеколюбивый царь похвалит нас, как я выше сказал, и весь народ будет рукоплескать. Тогда концы вселенной будут удивляться человеколюбию и кротости нашего города, и жители всей земли, узнав о случившемся, будут прославлять нас. Итак, чтобы нам насладиться такими благами, припадем, будем просить и умолять, и исторгнем из опасности пленника, беглеца, просящего помощи, чтобы и нам самим сподобиться будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.